На презентацию пришли самые активные участники клуба «Ветеран», чье творчество, собственно, и легло в основу сборника. Руководители факультетов, которых лидер объединения Галина Степанькова на протяжении многих лет искала и привлекала к общественной работе. Тех, кто собрался в первой городской библиотеке, можно смело считать большой дружной семьей. Много факультетов интересных, у нас все познавательное. Вот, допустим, клуб рукоделия. Это не просто клуб рукоделия. Если мы вышиваем золотное шитье, икону, это трехслойное шитье, золотые нитки. Это интереснейший просто способ вышивания, старинный. Царские семьи вышивали вот такие вот иконы. Сейчас несколько икон даже в нашей церкви, в Гребневской есть. Занимается этим Ремашевский Алла Владимир, мой самый главный первый помощник. Первый тираж сборника «Ветеранская муза» невелик. Можно сказать, что книга эта, едва увидев свет, уже стала библиографической редкостью. Экземпляр в подарок получили все пришедшие на презентацию. Мероприятие как-то незаметно переросло в настоящую творческую встречу. Слова благодарности прозвучали и в адрес самой Галины Борисовны. Это совершенно потрясающий, необыкновенный человек. Мы ее все любим, уважаем. Когда приходишь к ней на занятия, да, вот на те замечательные мероприятия, которые она проводит, всегда это с улыбкой проходит, со стихами, с песнями, с фильмами, совершенно замечательным настроением. Галина Борисовна, спасибо, что вы в своих рядах собрали беспокойные сердца, которым есть что сказать. Площадка Одинцовской городской библиотеки номер 1 была выбрана для презентации не случайно. Здесь созданы отличные условия для работы многих общественных и творческих объединений. Доброжелательная и по-домашнему уютная атмосфера является фирменным знаком библиотечно-информационного центра. Библиотека номер 1 плодотворно сотрудничает со всеми общественными организациями Одинцовского района. В наших стенах проводится множество различных мероприятий. И вот сегодня одно из них – клуб «Ветеран» презентует свою книгу «Ветеранская муза». С этим клубом мы работаем довольно плодотворно. Каждый день в 11 часов утра у нас в мастерской участники этого клуба проводят различные свои мероприятия. Это и рукоделие, это и клуб любителей садоводов, это и клуб любителей кино, это и встречи с интересными людьми и многое-многое другое. Свой 20-летний юбилей клуб «Ветеран» отметит в 2019 году. И презентация сборника «Ветеранская муза» – лишь начало целой череды предпраздничных событий. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».